Качели, карусели, песочница, яркие краски и просторная территория. Все это новая детская площадка на улице Овражной вблизи дома номер 4. Микрорайон сходня пополнился важным многофункциональным пространством для юных химчан. Здесь будет интересно детям всех возрастов. Открытие площадки прошло в теплой праздничной обстановке. Толпа ребятишек с удовольствием приняла участие в забавах и играх. Морковка, помидор. Вместе с жителями новую площадку оценили представители территориального управления, общественники и муниципальные депутаты. Старались сделать мероприятие и приятным для и не только для малышей, но и для взрослых. Благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, главы города Дмитрия Владимировича Волошина, удалось нам обновить, модернизировать и площадку, и теперь она современная, с новым интересным наполнением. Специалисты обустроили более 300 квадратных метров территории. Поставили детские игровые комплексы, которые соответствуют всем требованиям безопасности. Специальное покрытие защищает от травм. Также во дворе подключат видеокамеры системы «Безопасный регион». В этом году в Химках обновят 78 детских и спортивных площадок. Из них 61 устанавливают в рамках программы комплексного благоустройства дворов. 14 по программе модернизации. 3 больших игровых комплекса по губернаторской программе. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.